же я теперь отдавать его, что ты издевался надо мной, презирал меня, топтал меня ногами. Ты знаешь, что я потом... Я в какой-то момент начала рассуждать трезво. Вот если он никогда не говорит мне о своих женщинах, значит, они у него есть постоянно, да? Если он никогда не говорит мне о своих изменах, значит, он изменяет меня беспрерывно. Если он никогда не оставляет компрометирующих следов, значит, он очень хорошо организованный человек. Жили, я был уверена, что ты меня бросил. Просто вначале мне это казалось вероятным, а в конце ее очевидно. И когда ты вернулся, я уже была пьяна от ярости, я спряталась за занавеску. Ты сел в кресло. Перемену несла сперва. Ты думала, что я был с такой женщиной? Нет, не касается. Не касается меня? Ты так подумала, да? Нет, я не думала, я не ревновала уже. Не надо мне сейчас пытаться увидеть, будто бы я тебя ревновала, я слышала. О, нет, послушай, ты говоришь, это именно так, ты ревновала. Нет, нет, это примитив, но... Я не примитив! Не надо называть это словом! Нет, не спорь! В обществе ты рекламируешь широкие взгляды на жизнь, а на самом деле тебе противна даже мысль о том, что я могу прикоснуться, просто прикоснуться к другой женщине. Да. Да. Да, конечно, но... Значит, наш брак не свободен. Я только абстрактный человек. Да, я ревную, никогда наш брак не свободен, но только абстрактный, между сыром и кофе, но и в остальное время. Я с тобой не согласен. Я тоже с тобой не согласна, Жень. Я тоже с тобой не согласна, потому что у меня не один мозг. У меня не один раз, ты знаешь, не целых два. Один такой современный, а другой архаичный. И вот этот современный раз уже, он твою свободу уважает, правда, он убивает свою терпимость, он приводит все возможные выписки доказательства полного понимания, раз в архаичный. Он требует тебя элементом. Он отказывается делить тебя с другой женщиной, он заставляет вздрагивать при каждом неопознанном телефонном звонке, при каждой смене одеколона, при каждой смене костюма, или, не дай бог, когда ты возобновляешь занятия спортом, ты знаешь, Жиль? Вот ночью, пока ты спишь этот разум, он вынашивает замысел убийства при одной только мысли, что другая женщина просто касается. Две руки одеваются вокруг твоей шеи, а две ноги раздвигаются под тобой. Ты знаешь, Жень, наверное, я вообще не человек. Я наверное, рептилия, да, с пронзительным желтым глазом, такой недреманный око, да, и все это я, Жень. И никаких 500 лет воспитания, никакие курсы обучения, вообще ничто не может исторгнуть из меня того животного, инстинктивного, что составляет часть любви. И у тебя есть... У тебя есть женщины, у тебя